Маре, комарик. Ты чего тут делаешь-то? Тем же, если ты голодный. Я тебе поесть принесла. Мне? Спасибо. На. Так нужно. Давай, давай, ты тоже давай. Ты хитрая. Муха! Столовую здесь устроили. А ничего, что на посту? Извини, командир. Это я все. С голодухи, понимаешь, голова кружится. Бдительность уже потерял. А с пережора в сон клонит. Тем более с голодухи. Вы из-за меня его ругаете? Да ладно. Поговорить надо. Что, сказать, чтобы ушла? Да, она все равно ничего не понимает. Ну, говори, командир. Завтра, послезавтра полицеи людей в район повезут. Командир, так сколько нас-то осталось? Ну, поэтому мы сразу на станцию не попрем. Их там может быть рота, а может и больше. А тут два варианта. Или через мост поблизости, или по железке. Мы пойдем вдоль дороги, чтобы не разминуться, если что, по ней. Но их там до роты может быть. Вот они так думают, товарищ Косыгин. Что их много, целая рота, ну и что? Что? Правильный ответ. Спокойные они, расслабленные. Думают, что они самая большая сила в районе. Никто на них не нападет. Ну, кроме тебя, товарищ Косыгин. Кроме меня? Да не волнуйся, я тоже там буду. Ну, а дальше по обстоятельствам. Так что поднимай людей, выступаем. Нужно вечером идти. А если они их завтра повезут, то к утру уже нужно быть. А если ночью повезут? Нет, ночью они их не повезут. Командир, нас-то 5 человек осталось. 4, Муха. 4. Мирон ранен. А Янка, кстати, а где он? Крови много потерял, ослаб. Янку видели? На улице был, но я потом ушла, больше его не видел. Ясно. Уснула? Не выдержала. Тяжело человеку такое удерживать. А тебе? Зря ты так у колодца. Ведь легче не стало. Только хуже стало. Всем сложнее. Ален, я другое хотел сказать. Я ухожу. Куда? Ну, тут недалеко. Может, на день, может, на два. Гриш, нас и так мало осталось. Алена, надо. С вами останется этот новенький. Данила. Янка где-то. Я с Мухой иду. Да спит она, спит. Thank you.
Береги себя. Я не жалею, что поцеловал тебя. Дурак ты, Гриша. Она тебя любит. Уже нет. Чему за Годжина? Вы говорите по-польски? Плохо. Вы подходите. Вы уходите с Андреем, да? Андрей? Это кто? Ну, это я. Муха, это от фамилии. Андрей Мухин я. И сказал, а мне, значит, нет? Ясно. Одна Годжина. Тоже. Да, я поняла. Береги себя, Андрей. Командир, что ты ей сказал? Сказал, что через час вернемся. Мы же не вернемся, командир. Ты хочешь, чтобы она за тобой побежала? Она бы не побежала, если бы я ей сказал. Да побежала бы. Командир, а что с ней будет, если меня убьют? Ну, ты этого уже не узнаешь. Ну, это тяжело, командир, тяжело. Знать, что ты за кого-то отвечаешь. Уха. Вообще-то каждый день за кого-то отвечаем. За страну тоже. Давай, пошли. А где ружье? Ты не видела? Вардемас! Да, отец. Ранец еще не вернулся. Значит так. Бери человек 30. Лучше 40. Все прочесать вдоль дороги. Они не должны были далеко заходить. Понял. А поезд? Дождемся. Хорошо. Где Валдис? Я не знаю, отец. Спит где-то. Сюда! Сюда! Все сюда! Валдис. Братик. Thank you.
не растягиваемся. Товарищи, шире шаг. Держим дыхание. Передохнем. А мы правильно хоть идем? Скоро узнаем. Дорогу перешли, значит, скоро в узкоколейку упремся. Слушай, а потом что? Не знаю, Андрюх, не знаю. Че, совсем не знаешь? Ну, что ты пристал? На месте будем решать. А если здесь решать, то поезд упустим. Так ведь поезд и завтра может быть. А может и сегодня. Слышь, командир. Ты меня это, мухой называй, хорошо? Потому что когда Андрей, ну, вроде бы как не со мной говоришь. Хорошо, Андрей. Да ладно, не злись. Ты зря про нее вспомнил. Часто уже прошел. Думаешь, она за тобой в лес побежит? А вдруг? Не, не побежит. Там тебя будет ждать. Стреляй, Гриш! Это мы! А вы что здесь делаете? А вы смотрите за отцом, как бы он чего не натворил. Тот же венок. Это тот же венок у Иварса, у Валдиса. Мы прокляты. Все прокляты. Это Йода Сизлиса. Прокляты. Это был твой брат? Я Абдуда. Брат. Можешь пить. Я тебя понимаю. А я один в семье, только мать и отец. Я плохо говорю по-немецки, господин обер-лейтенант. Не всегда нужно знать язык, чтобы понимать. Скоро они объяснят, что нельзя вести себя так, как ведете вы, как ведем мы. Ты уже что-то понимаешь.